Азер, у нас две проблемы, и времени в обрез. Первое. Топливо не поступает к двигателям. Второе. Вышла из строя гравитационная центрифуга, а это значит, что несколько триллионов тонн камня тянут нас вниз. Ты должен запустить центрифугу, возобновить подачу топлива и включить ускорители, чтобы я стабилизировал орбиту. Личный дневник. Исполняющий обязанности главного инженера Джейка Темпл. Запись. Прошло всего два дня с момента, как они вскрыли планету. Как погиб капитан. Паника, мятежи. Все это было только началом. Наши друзья, коллеги, они стали возвращаться. Изменившиеся. Возвращаться, чтобы убивать нас. Сегодня утром пропал Ракер. И я подозреваю, что он уже мертв. Моя команда. У них встают нервы. Я присматриваю за ними, но сейчас появилась проблема посерьезнее. Мы теряем топливо. И двигатель стал работать с перебоями. Денверс и я попробуем добраться до топливного отсека. Посмотрим, что к чему. Темпл, конец записи. Какого черта тут происходит? Денверс! Это же Хендерсон! Он спятил! Вырывает! Он вырывает себе зубы! Хендерсон! Бога ради! Он умер. Спокойно. Он жив. Но сильно приложился от двери. Господи, зачем он это сделал? Я не понимаю.
говорит Темпл. Теперь отключилась центрифуга. У нас на заднице висит скала весом 4 триллиона тонн. Без работающей центрифуги гравитация просто размажет нас о планету. Посмотрю, возможно ли ее починить. Активирован режим обеззараживания. Пожалуйста, ждите. Обеззараживание завершено. Спасибо за ожидание. Thank you.